Мы решили начать такую традицию профсоюзного первомайского кросса. Я думаю, что ну, в связи с переносами сегодня оно в воскресенье, а так последняя суббота апреля перед 1 мая мы попробуем проводить вот традиционное в городе Бресте. Я думаю, что будем привлекать и из других регионов команды, профсоюзные команды. Может быть, и любители. Сегодня тоже будут любители города Бреста, которые побегут отдельным, значит, забегом. Для того, чтобы не только человек работал, не только читал книги, ходил в библиотеку, в театр, в кино, но и мог показать себя и как спортсмен. Провести выходной день с пользой, развивая спортивную активность и формируя командный дух. Это то, зачем в солнечный день собрались участники первого легкоатлетического кросса. Работники предприятия организации Бреста, представители их семей и просто любители спорта поддержали это интересное начинание. Отлично приобщилось, настроение прекрасное, солнышко светит, погода летняя. Бежим за здоровый образ жизни. Поддержали идею забега и совсем юные участники. Кто-то из них уже сделал шаги в большой спорт, а кто-то только в начале своего большого пути. Я занимаюсь спортом дзюдо. Я чуть-чуть готовился к кроссу, и я хочу выиграть. Ну а как же, мы за здоровый образ жизни. Тренируйтесь, может быть, тоже вместе с мужчиной. Ну да, когда с песочницы или с горки, надо добежать. Поддержать. С азартом выходили на старт участники в трех возрастных группах. Мальчики и девочки до 14 лет, юноши и девушки от 15 до 28 лет и старшая возрастная группа 29+. В каждом зачете были определены победители, которых ожидали ценные памятные призы.